Студенческая жизнь – это пора самых разных возможностей и стремлений. Когда все дороги открыты, и, казалось бы, нужно лишь немного постараться, чтобы все задуманное исполнилось. Наверняка каждый из нас помнит свою студенческую жизнь. А какие самые яркие моменты помнят саратовцы, давайте узнаем. Ну, естественно, первая неделя обучения, вливание в студенческую жизнь. Это, наверное, какие-то совместные мероприятия с одногруппниками, совместные там поездки на природу, на дачу, когда ты узнаешь много новых людей, много новых знакомств, у тебя появляются новые связи, новые возможности, и в целом это круто. Тут весна и, ну, всякие там мероприятия. Я заканчивал техникум, институт заканчивал, я строитель, я заслуженный строитель РСФСР. Это прекрасные годы. Студенческая весна. Саратовская государственная академия права. Вы там учились? Да, да. А вы? Да, что-то уже ничего не помню. Я учился в СГУ, но это давно было. Вступили на первый курс. Это самое было яркое для меня впечатление. Ну, естественно, когда получил первую оценку в зачетке, это тоже было первое яркое. Ну, и сейчас уже четвертый курс, когда уже диплом, ты уже понимаешь то, что ты отучился, получаешь образование. И действительно, как бы такое классное ощущение, что уже твое образование окончено. Прекрасные были демонстрации. Это был повод, опять-таки, встретиться и со школьными, и вообще со знакомыми. Все радостные, все веселые. Это и сессии. Потому что я никогда не сдавала одна экзамен, готовились втроем. У нас было это очень веселое время. Мы с огромным удовольствием встречались. Яркие воспоминания – это на самом деле, когда ты поступаешь, это далеко не школа. Потому что это на самом деле это совершенно другая жизнь. Ты себя чувствуешь взрослым человеком, к тебе по-другому относятся. Очень весело, когда ты поступаешь в студенческий клуб, потому что там все концерты, выступления. Ты представляешь честь колледжа, честь своего университета на разных мероприятиях по области. Бывает то, что попадаете на Россию. Знакомишься с новыми людьми. Это на самом деле такие впечатления яркие. Говорят, что если никогда не оставлял подготовку к экзамену на последнюю ночь, значит и студентом не был. Как оказалось, саратовцы с теплотой вспоминают свою студенческую жизнь, а некоторые не против и сейчас вновь стать студентами. Смотрите наши опросы в утреннем шоу «Автопилот» на телеканале «Саратов-24».